Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня мы с вами приготовим кашу манную с тыквой. Значит, у меня молоко домашнее, его 300 грамм. Я разбавляю водой 200 грамм, это значит 500 грамм у меня жидкости. Добавляю я 120 грамм манки, 1 столовую ложку сахара, немножко соли и 220 грамм тыквы, уже очищенной и натертой на крупную терку. Что я сейчас делаю? Значит, я выливаю в кастрюлю сначала нашу воду, чтобы молоко не пригорело. Затем молочко я выливаю. Сахар высыпаю сюда. Соль и ставлю на огонь. Ждем, пока закипит. И вот молочко у нас закипает. Уже видите, я забрасываю в первую очередь тыкву. И даем еще закипеть. И когда у нас уже с тыквой вот закипает, видно, даем покипеть на медленном огне 2-3 минутки. И у меня покипело 2 минутки, и я сейчас засыпаю манку тонкой струйкой сюда, высыпаем и мешаем. Мешаем очень быстро, чтобы не было комочков. Вот она уже начинает стрелять. Я выключаю. Она еще постоит на горячем немножечко. Или даже можно дать закрыть крышкой и прокипеть полминутки. И каша готова. И вот уже завтрак для двоих готов. Готовится очень быстро и очень полезно. Приятного аппетита и удачи вам! Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких. Масло я не кладу.